Сначала. Я заработал с помощью способов заработка, о которых вам сейчас расскажу. Поэтому смотрите видос до конца, готовьте свои кошельки, ставьте лайки и погнали. Первым идет приложение ContourQuest, и оно сразу же разрывное. Оно позволяет зарабатывать до 200 тысяч рублей в сутки. Да, я серьезно, я не прикалываюсь. Здесь реально можно заработать как просто 200 рублей, так и 200 тысяч рублей. Но давайте обо всем по порядку. Итак, заработок здесь заключается на простенькой игре. Вы бегаете вот таким вот человечком, и ваша задача, метая копье, убивать вот таких вот врагов. Сложность в том, что здесь легко промазать, и если вы промажете, например, как-то вот так, то вас сразу же убивают, и вы проигрываете. И таким образом, за один уровень нужно пройти как можно больше врагов и получить за это вот такие вот билеты. Да, платят здесь вот в таких вот билетиках. И смотрите, как только вы заработали хотя бы всего лишь один билетик, вы сразу же принимаете автоматическое участие в конкурсе, который здесь проходит каждый день. И сейчас вот разыгрывается 3000 долларов, то есть 200 тысяч рублей. И закончится этот конкурс уже через, по-моему, там 16 или 17 часов. То есть любой человек, кто заработал здесь хотя бы один билетик, автоматически принимает участие в этом ежедневном конкурсе, где иногда раздают по 50, по 100 и даже, вот видите, по 200 тысяч рублей. И у каждого из вас есть шанс их выиграть. Если вы не выиграли, то все ваши билетики сгорают. Но если вы не хотите участвовать во всех этих конкурсах, а вы хотите просто стабильно зарабатывать, то эти билеты можно переводить в реальные деньги. Это можно сделать вот здесь, во вкладке «Кошелек». Нажимаем, и смотрите, 10 тысяч таких билетиков – это 10 центов, то есть 7,5 рублей. Я же сейчас, смотрите, поиграл буквально 5 игр и уже заработал 5 тысяч билетов, то есть это примерно 3 рубля. То есть за 5 игр поднял 3 рубля, хотя они играются там буквально за 20-30 секунд. Это просто кайф. Получается, что тут легко можно поднять как 100, так и 150 рублей в день и все это вывести. Таким образом, накапливаете 10 тысяч билетов, жмете обменять и все, 10 центов у вас на балансе. Соответственно, билетов у вас не остается и все, вы не принимаете участие в конкурсе, а просто накапливаете себе баланс. Минималка на выплату здесь 10 долларов, выводят на PayPal кошелек. Дальше идет приложение Repay. Оно содержит в себе огромное количество способов заработка, а также очень удобный вывод денег. Но прежде чем это приложение запустить, нужно установить VPN. Ссылочку на такой бесплатный удобный VPN я оставлю под видео, вы его запускаете. Просто вот так вот нажимаете подключиться. VPN подключен, можно заходить в приложение. Первый способ заработка в этом приложении — это просмотр видео. Вот нажимаем смотреть видео, только у нас здесь появляется не видео, а обычная картинка. Мы закрываем, и за это нам заплатили 40 поинтов. Но уже чтобы эти 40 поинтов забрать, нужно будет посмотреть видеорекламку. И таким образом смотреть можно 11 рекламок в день. Дальше это у нас ежедневный бонус. Вы его просто каждый день собираете, и бонус составляет 10 центов. Платят сразу в реальных рублях, это 7,5 рублей. Да, просто так каждый день раздают по 7,5 рублей. Дальше это колесо удачи, где вам может выпасть от 1 вплоть до 100 поинтов. При том, чтобы эти поинты забрать, нужно будет снова посмотреть рекламку, ну и крутануть это колесо можно тоже 11 раз в день. Дальше это решение вот таких вот математических примеров. Соответственно, решили пример, заработали 40 поинтов, чтобы их забрать, смотрим рекламу. Теперь сколько же эти поинты стоят и как их вывести? Эти поинты можно перевести в доллары. 1000 поинтов — это 1 доллар, то есть 75 рублей, что очень неплохо. Если каждый день заходить и быстренько просматривать всю рекламку, крутить колесо и решать примеры, то вам будет выпадать от 500 до 1500 поинтов, в зависимости от того, как вам повезет в колесе. То есть за день здесь можно поднимать от 30 до 100 рублей, причем потратите вы на это все, ну, буквально минут 10. И это реально круто и очень быстро. Минималка на выплату здесь 3 доллара. Вывести можно на Coinbase. Деньги приходят вот на сайт Coinbase в биткоинах. Я вам об этом сайте ранее рассказывал и даже показывал, как с него деньги легко вывести на Kiwi, Payr или карту. Поэтому ссылочку на подробную инструкцию, где я рассказываю, как это сделать, я оставлю под этим выпуском, а мы идем дальше. Дальше идет бомбическое приложение с очень высоким заработком и легким выводом. Это легкие деньги. Тут ваша задача — выполнять задания по установке других приложений. Вот, смотрите, выбираем абсолютно любое задание, ну, например, вот это. Здесь за установку приложения вам заплатят рубль. Что нужно? Его установить, открыть на 30 секунд, затем через 7 дней снова открыть на 30 секунд,
открыть на второй, на третий, на четвертый, на пятый день. И за каждое открытие вам вот заплатят практически по 10 копеек. И в совокупности вы заработаете 1 рубль. Все, тут вообще нет ничего сложного. И так вы можете делать с абсолютно любым приложением. Вот давайте даже покажу. Нажимаем «Открыть в Google Play». Устанавливаем. Приложение установлено. И открываем его и находимся там 30 секунд. Все, я на 30 секунд открыл. Мне деньги, соответственно, заплатили. И теперь нужно будет его открыть на третий, пятый день и так далее. И таких заданий тут просто море. Платят всегда по-разному. От 20 копеек до 1 рубля за одну установку. Но самое главное, этого приложения нет в Play Market, поэтому скачать его можно только с их официального сайта. И после скачивания я вам советую ввести мой промокод, с помощью которого вы заработаете 2 рубля на халяву. И, конечно же, сможете их вывести, когда достигнете минималку. А минималка на выплату здесь всего лишь 5 рублей. Выводят деньги на Киви, на Яндекс.Деньги, на балансы мобильных телефонов и на WebMoney. Я вот изредка сюда заходил на прошлой неделе и 350 рублей заработал, поэтому давайте их сейчас выведем. Я буду выводить на Киви 349 рублей 92 копейки. Указываем номер Киви кошелька, все верно. Все, соответственно, запрос на выплату отправлен. На балансе по нулям. Сейчас 10.43, засекаем время. Как только деньги придут на Киви, я вам покажу. Так, я не знал, камеру выключил, но походу выплаты здесь чуть ли не моментальные. Вот деньги в 10.44 ко мне пришли, то есть прошла всего 1 минута. Все, пришло, отлично. И 200-300 рублей в день это хорошо. Но что если я вам скажу, что с американского YouTube канала я сейчас зарабатываю по 40 долларов каждый день? Это приблизительно 3000 рублей. При этом туда я делаю видео без съемки себя. Для создания видосов я использую только компьютер, а можно использовать вообще только телефон. Согласитесь, это реально круто. Так вот, доходы моего американского канала я показал в своем инстаграме. И скоро я покажу, как каждый из вас сможет зарабатывать так же. Вся инфа будет в инсте, поэтому не пропустите. Ну и напоследок, самое топовое и прибыльное приложение на сегодня – это Cointiply. Здесь есть больше 10 способов заработка. И во всех очень хорошо платят, но я вам сейчас покажу самые прибыльные. Первый – это вот такой вот бонус, который выдается каждые 12 часов. Вы просто здесь крутите такую рулетку, и вам выпадает разное число. Чем больше число выпало, тем больше коинов заплатили. Когда я крутанул, мне выпало число, по-моему, там 60 тысяч, и я с этого заработал 12 поинтов. Дальше вот идет пассивный заработок Playtime на играх. Он у меня сейчас почему-то недоступен, хотя буквально 5 минут назад я мог его открыть. Здесь вы устанавливаете игру, запускаете, и вам за каждую минуту платят реальные деньги. То есть телефон можно вот так вот просто положить, раз в минуту на него кликать, чтобы создавать видимость, что вы реально в этой игре. И вам за это будут платить. Дальше это заработок на установке приложений и выполнение в них заданий. Просто вот здесь выбираете одно из сотен тысяч заданий, например, вот это. Здесь вам необходимо установить приложение и выполнить достижение. Если не можете перевести английский, используйте просто Google переводчик. Здесь все очень просто. Вот, можно установить TikTok, не удалять его 2 дня, за это заплатят 2500 коинов. В этом разделе пассивно зарабатывать не получится, зато за одно задание можно зарабатывать до 500 рублей. Вы прикиньте, за одну установку. Также следующие разделы, вот этот, еще вот этот, это тоже заработок на установке приложений. Там просто другие приложухи и другие цены. Также есть заработок на просмотре видеорекламы, за каждый просмотр вам платят по 12 коинов. И есть заработок на просмотре сайтов. За каждый просмотр дают от 5 до 50 коинов. За сутки здесь можно зарабатывать по 10, 20 и даже по 50 тысяч поинтов, потому что вы видели, сколько здесь платят за одну установку? Вон, смотрите, по 30, по 50, по 100 тысяч коинов. В рублях получается, что 1 коин это пол копейки, то есть за день тут можно заработать как 50 рублей, так 300 и даже 400 с установки всего одного, там двух приложений. Эти коины переводятся здесь в биткоин. Минималочка на выплату 50 тысяч таких коинов. Это примерно 300 рублей. Вывести деньги можно на биткоин кошелек. Если у вас нет биткоин кошелька, то скачиваем приложение Trust кошелек, и здесь вам выдается биткоин адрес. Вы его копируете и вставляете здесь в приложение при выводе. Ну а с Trust кошелька с помощью обменника BestChange можно биткоин обменять на рубли и вывести на Киви, на Яндекс, на банковскую карту, на Payeer кошелек, да куда угодно. А те, кто досмотрел до конца, получают бонус в виде подборки приложений, которые позволяют зарабатывать на пассиве, просто слушая музыку. Кстати, там вас ждет танец от Оскара, поэтому обязательно смотрите, зарабатывайте. А на этом все. Ставим лайк ролику, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока!